Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим ТВ-приставочку ТВ-Зор, которую приставил, скорее всего, связной. Узнал я про эту приставку буквально недавно. Несколько дней назад на замечательный праздник, день рождения, позвонили вроде как со связного и предложили поучаствовать в тестировании нового телевизионного сервиса до конца 2015 года. Это IPTV, это HD, это видео онлайн, т.д. и т.п. Собственно, сегодня я эту приставку забрал в самом связном, подписал договор и планирую приступить к тестированию. Сейчас мы посмотрим, что же там внутри у нас находится в этой волшебной коробочке. Для этого мне нужно вскрыть. Давайте ее вскроем, посмотрим. Что там находится внутри. Достать из плотно упакованной уже задача. Так, что же там внутри? Внутри мы видим, находится инструкция. Понятное дело, на подробном русском языке. Карантинный талон. Краткий мануал, как это все штуку подключать. И, собственно говоря, сама приставка такой красивой надписью, имеющая приемник сигнала от пульта, вход и выход для антенны, HDMI разъем, лановский разъем, она, кстати, вайфайная, AV выход и оптический выход, что тоже, в принципе, удобно довольно таки. Так, дальше идет пульт. Пульт чудесен, он двухсторонний, а с другой стороны такая штука, кстати, похож на пульт, который идет мультимедийному центру на турецких авиалиниях. Идет HDMI разъемчик, в смысле HDMI шнур, и далее внизу еще куча всевозможных штук. Это вам, пожалуйста, и батарейки, и АВ-переходник, и блок питания, и антенный переходник, обычный тюльпанчик, и телевизионная штука. Кстати, вот это вот, собственно говоря, антенна. Так, и что мы имеем в комплекте? Приставка, HDMI, пульт, инструкция. Все это добро я в ближайшее время подключу и на страницах сайта расскажу о том, как все работает и что, собственно говоря, себя это представляет. Ну, удобно то, что, во-первых, до 2015 года все это бесплатно. В комплекте дают псевдовиртуальные карты, с которых можно все это дело покупать, естественно, не за свой счет. Как поучаствовать в тестировании, честно говоря, не знаю. Видимо, быть участником связном клуб, связного банка и покупать что-нибудь в связном, что я, в принципе, все делаю. Так что спасибо за внимание, следите за новостями, подписывайтесь на рассылку, на подписку. Всего хорошего!